Вопрос первый. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алекс Калашников, известен как Человек-змея, 31 год, вот, занимаюсь гибкостью и единоборствами. Так, в 6 лет вот в садике я сел на поперечный шпагат благодаря фильму с Ван Даммом, как раз была эпоха вот эта. Ван Дамм, Джеки Чан, Сталлоне, вот Шварценеггер. Изначально Шварценеггер был моим кумиром, но на тот момент я не знал то, что он бодибилдер. И вот потом как раз появился Ван Дамм. Первый фильм его, который вот я запомнил и всегда нравился, «Кикбоксер». «Кикбоксер», «Кровавый спорт». Вот это вот меня подстегнуло. И в садике в моей группе был мальчик, он занимался единоборствами. Там или ушу, или тэквондо. И постоянно нас некоторых ребят вот, стимулировал, показывал какие-то трюки. И как-то вот в один прекрасный день говорят, давайте я вас на шпагат, мол, посажу. Показал шпагат поперечный, и все, мы попробовали. Вот сел в садике вот как раз на шпагат. И потом уже с 7 лет начал заниматься карате «Сетакан». Стал призером районных, городских и областных соревнований по карате. Кандидат в мастера спорта. 17 лет прозанимался. Вот, это привело меня все в трюковое региональное кино. И вот, и параллельно вот в 16 лет я занялся капуэйрой. Вот, тоже благодаря вот одному человеку известному, Марк Дакаскос. Его фильм «Только сильнейшие». Вот, спустя год занятий капуэйрой прошел аттестацию у мастера из Бразилии, получил желтый пояс. Вот. Затем все дальше развивал способности и познакомился с таким известным человеком, как Мухтар Гусейнгаджиев. Он известный на весь мир человек-змея, тренер Мадонны Памелы Андерсон Деми Мур. Вот. Поехал к нему на семинар, и когда приехал уже с семинара, начал доразвивать свои способности, которые уже, в принципе, были. Так-то моя направленность была — это растяжка, это восточное единоборство. Вот. И все, где-то через полтора года уже начал делать практически все трюки Мухтара и даже больше. Вот. И на сегодняшний день вот являюсь представителем Мухтара Гусейнгаджиева, человека-змеи здесь, в Нижнем Новгороде. Получил официально от него такой как бы статус, являюсь сам человеком-змеей. Провожу семинары, мастер-классы. Также у меня есть своя авторская программа, направленная на развитие человеческих способностей, на развитие физических способностей человека. Вот. Называется моя программа «Alex Stretch Body». Вот, она совмещает элементы йоги, восточных единоборств, акробатики и всего остального. Как вы отреагировали на это, когда узнали, что у вас суперспособности? Ну, это, в принципе, для меня естественное и обычное состояние. Отреагировал как-то нормально, даже не то, что нормально, как-то даже об этом не задумывался, это само собой разумеющееся. Как бы занимался, и все привело меня вот к таким вот результатам. Нереально, можно сказать. Вот, поэтому для меня это естественное состояние моего тела. У вас это наследственное? Нет, мои способности, они приобретенные и развитые долгими упорными годами тренировок, которые раз за разом я развиваю все дальше и дальше, не останавливаюсь на месте. Вот. Невозможного нет, и нет предела совершенства. Вот один из моих принципов. И от простого к сложному. Вот. То есть у ваших родителей этого не было? Нет, у моих родителей этого не было. Так, я не из семи спортсменов, и у моих родителей не было вот таких вот, ну, навыков, так сказать. Когда вы нашли применение своих способностей? Применение своих способностей вот как раз вот в этом периоде и нашел. В 6 лет. В 6 лет вот в садике, вот я говорил, сел на поперечный шпагат. И вот с 7 лет занялся этой карате. Карате «Сетакан», стал призером районных, областных и городских соревнований. Вот. И все это в дальнейшем вот по стечению времени привело меня в региональное трюковое кино. Вот. Актер, каскадер. Если мне интересен фильм, интересен сценарий, принимаю участие. Вот. Расскажите про ощущения, когда вы можете практически вывернуть себя наизнанку. Ощущения, ну, получаю удовольствие, получаю кайф. Также я работаю на публике, ну то есть не то, что на публике, выступаю на различных мероприятиях, свадьбы, дни рождения, корпоративы и все различные праздники разного формата.
на различных площадках различного уровня вот, со своим номером. И люди по-разному реагируют. Кого-то приводит в шок. Ну, как сказать, все, что такое как бы нереальное, всегда интересно. Как реагируют на вас люди? Люди реагируют по-разному, особенно вот и на своих выступлениях. Я также выступаю на различных мероприятиях различного уровня. Свадьбы, дни рождения, Новый год, корпоративы, юбилеи. И на различных площадках различного формата, уровня, со своим номером. И кого-то повергает в шок. Все, что нереально, всегда привлекает внимание, интерес. Вот. Ну, в основном люди с большими глазами смотрят на это, на все. Есть ли у вас единомышленники? Клуба единомышленников у меня нет. Я провожу занятия для всех желающих в фитнес-клубах. Провожу мастер-классы. Вот. Также у меня своя авторская программа по развитию способностей человеческого тела. То есть такой клуб самых гибких людей, да? Нет, это не клуб самых гибких людей, я просто растяжку гибкость преподаю. Вот. А уже там каждый сам для себя выбирает, идти за мной или не идти, ну там дальше. Я как бы такой, как направитель, направляю, ставлю, грубо говоря, на путь истины в этом плане. Про дальнейшие цели вот немножко. Планируете ли вы дальше развиваться и да. ваши способности развивать и показывать их миру? Дальше планирую, конечно. И у меня планы уже и на 50 лет-то есть, и на 60. В 50 лет у меня, как бы смешно ни казалось, будет расцвет молодости, в 60 я еще удивлен, то есть буду держаться на этом же уровне, покажу новые усовершенствованные трюки. Вот, а в 80 лет я еще удивлю, а там дальше посмотрим. Вот, ну на 50 лет у меня как раз уже есть кое-какие наработки, которые я показывал только одному человеку, это своей маме, и больше никто не видел. Такие очень серьезные вещи, которые я продемонстрирую. Мне сейчас 31 год. И вот я жду, когда стукнет мне 50, и я покажу то, чего еще никто не показывал.